7 лет борется за жизнь 12-летняя Соня Шиянова. Девочка страдает редким заболеванием – системной склеродермией. Ее мама Анастасия в очередной раз готовится к поездке в московскую клинику. Вот уже 2 года добросердечные земляки и фонд «Наш дом» помогают семье в поездках на лечение. В 2015 году мой ребенок Соня заболела. Вот. Так сложилось, что Краснодар нам не смог помочь. Мы поехали на лечение в Москву. 9 сентября у нас очередная дата госпитализации. Обследование, назначат лечение. Ну, будем надеяться на лучшее. Земляки не раз помогали семье. Вот и в этом году Анастасия Шиянова обратилась за помощью через газету «Белоглинские вести». Женщина даже не ожидала, что так много людей откликнутся и помогут справиться с непростой ситуацией. Собрали мы в общем сумму 110 132 рубля 67 копеек. Я хочу выразить вам благодарность за помощь, за вашу. То, что вы от нас не отвернулись, сказать вам большое спасибо, то, что вы нам помогли. Очень тронул семью поступок женщины, которая принесла домой 25 тысяч рублей, но попросила не сообщать ее фамилию. Она не представилась ни имени, ничего. Вот она сказала, что ни я ее не знаю, ни она нас не знает, но она хочет нам помочь. И она выделила нам помощь, в помощь нам дала 25 тысяч. Спасибо ей огромное. И таких искренних от всей души поступков очень много. Больше сотни человек откликнулись на призыв о помощи больной девочке. Собрано более 100 тысяч рублей. Этих денег будет достаточно для оплаты поездки, проживания в Москве и других мер поддержки в реабилитационный период. Дорогие белоглинцы, наши подписчики, вы не просто передали деньги. Вы подарили надежду больному ребенку на здоровую, нормальную жизнь, а ее матери – веру в людей и в добро.